Чрезвычайное положение, которое действует на территории Казахстана, сильно отразилось на бизнесе. Предприниматели с первых дней введения ЧП приходят в палату Атамекен за консультацией. Каждого из них волнует вопрос исполнения договорных обязательств. Есть заключенные договора. Если у них возникли такие проблемы, они имеют право обратиться через региональную палату или напрямую в внешнеторговую палату о том, чтобы они подтвердили и получили соответствующую справку. У большинства предпринимателей есть внутренние и внешние обязательства перед другими государствами, которые пока выполнить невозможно. Это может быть доставка товара или оказание каких-либо услуг. Поэтому справку о форс-мажорной ситуации лучше получить, чтобы не пришлось доказывать причину или же выплачивать неустойку. На сегодняшний день в палату Атамекен обратились уже 10 предпринимателей. Руководство автовокзала намерено сделать то же самое. Из-за коронавируса пришлось отменить все международные рейсы. Теперь временно невозможно уехать в Самару, Оренбург или Тольятти. Водителей этих рейсов намерены уволить. Прибыли от продажи билетов нет. На автовокзале как никогда пусто. Будем обращаться в палату предпринимателей, будем обращаться в областной акимат и управлением транспорта, который у нас курирующая компания, курирующая организация государственная. Будем письмо писать, обращаться, чтобы помогли нашему бизнесу, как получается, потому что мы, если так дальше пойдет, просто наша организация просто обанкротится в данный момент. Мы так еле сейчас вот держимся вот до конца марта и будем дальше смотреть, как это все будет. Получить справку можно в течение 5 дней. Также при Национальной палате предпринимателей Атамекен работает штаб, в который можно обратиться по всем интересующим вопросам. Номер колл-центра 1432. Кроме этого, всю необходимую информацию можно получить на сайте палаты предпринимателей. Олег Великий, Мирбулат Джигапаров, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42.